Тыщ, май комрад! Сегодня с вами я, Кирюха Варпач, и Пози! Йоу, what's up? Как ваши дела? Да, ребята, ставим сразу очень много лайков на этот видос, если вы хотите больше видосов с Пози. А сегодня мы с вами играем в War Thunder. И летать будем сразу на самолетах. Так, Пози, ты чё, у тебя есть уже готовые пушечки, готовые самолетики, на чем я уже можно тащить? Я всегда готов, дружище, всегда. Отличненько. Так что мы сразу, мы уже в пати с ним, так что мы можем сразу нажимать готово и сразу рваться в бой, как ненормальные ребята из СССР. Прям, сделаем просто, с наступающим всех Новым годом, хороших вам подарочков, а мы сейчас начинаем идти в бой. О, так, у меня есть замечательный 153М62 самолетик, это из СССР. Я, кстати, его немножко закастомизировал. Да, 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 Лёша. А у меня есть самолет Гелера. Слушай, он тоже неплохой, самолетик. Но у тебя это США, да, скорее всего? Давай держаться вместе, Франция. Чтобы давай. Нас не разбомбили. Давай, вообще, в бой нажимаем. Нажимаем в бой и погнали. Меня, да? Я прям сзади тебя нахожусь. Фу, так, смотри. Ой, ты посмотри, как их много. Так, хорошо. Я вот так вот изменю вид. Так мне больше нравится. Больше профессионализма. Давай, набираем скорость. 400 км в час на такой малютке. Мне кажется, это развалиться можно. Так, я наметил себе цель. Нет, вот эту наметил цель. Амила-2, давай, Амила-2. Амила-2? Давай, хорошо. Попал! Да ладно! Я не попал! Я не попал! Так, подожди, где? Во-в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 о! Все, минус, пацан. Минус, пацан. Почти, давай. Критическое повреждение я ему сделал. А, оружие заклинило! Давайте, комрады, быстрее перезаряжайте. Вот у меня тоже есть патроны, только. Так. Он сбавляет скорость. Сейчас, секундочку. Ой-ой-ой-ой, чувак, прям сзади меня очень много чуваков. Да-да, все, я его сбил. Да, я сбил, красава, отлично. Просто. Работа, плюс 220 очков. Да, подожди, я сейчас увернулся от кого-то. Фу! Да, ты что думаешь, я кричу? Это что сейчас только что было? Так. Они прям летели на меня. Я еще попал, Давай. Да сука, на этой малютке оружие клинит просто по КД. Так, давай. Зверь. Да, я так хорошо за ним лечу, давай. Все, все, еще! Да, минус два, пацаны! Воу, красава! Пози! О, ты прям вообще рядом тут летишь. У тебя такой веселенький желтый цвет на самолете. Дружелюбный. Летишь так, такой и думаешь, он тебя сбивать не будет. Вау, ни хрена! Так, перегрузка 8 джоули. Подожди, еще этого надо добить. Да! Взорвался, врезался в другой самолет. Да, давай. Я хорошо попал по нему. Ну, пожалуйста. А, это бомбардировщик. Тащи! Давай. У него ХП дофига. Давай, оружие, скорее. Ну, перестань клиниться. Все, отлично, попадание. Попадание. Тихо, меня подбили. Меня подбили, ну нет. О! Слышите вот этот звонок? Это значит, что для вас добавлена ссылочка в описании. Там еще крутые бонусы тебя ждут. А еще можешь добавить меня в друзья. Добавлю абсолютно всех, пока мой список не будет переполнен. Давай, переходи по ссылочке в описании. Прямо сейчас выберу второй свой самолет. Вот просто держитесь. Вот я говорю, просто держитесь. Вам не выжить. Так, Пози, я вылетаю. Мой второй самолет. Я просто успел выпрыгнуть в полете в другой самолет, и поэтому спокойно могу летать на другом. Так, алло. А ты за мафиостиком летаешь, что ли? Я за чуваком летаю. А, все, подожди, вижу другого. О, мы друг с другом. Все, отлично, я его подбил. Друг другу в лицо прям летели. Еще одного, прям в лицо. Давай. Кирюха, я тоже за ним лечу. Давай. Охренеть, он низко летит. Что, совсем батлан, что ли? Я его сбил. Я 3-4 попадания сделал, ты умрешь! Здесь еще одного самолета сбил. А, мне тоже команду работу сосчитали. Мы, походу, одних и тех же чуваков. Да. Пози, вот смотри, тут еще рядышком чувак. Big Staff называется. Да, только я уворачиваюсь, по мне со всех сторон мочат. Да, по мне уже тоже мочат. Это, походу, предыдущий возродился и мстит. Да. А че он меня не разгоняет? Ну нет! Нет, меня разбили!
Ай, вот научился стрелять, а уворачиваться еще не научился. За тобой летит 3 самолета, Пози! Я не чувак, дам! Чувак, не дам в обиду! Уничтожу! Уничтожу! Убил! Нет, не убил, критически попал по самолету. Чувак, я скрою сейчас в деревьях где-нибудь. А, все, он разбился! Отлично, все! Я сбил. Сколько я самолетов в этой катке сбил? Штук 5-6 уже? Я потерял сознание, да это какое-то издевательство! Давай, 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 давай! Ого-го, прям на хвосте, прям на хвосте. Оружие, ну оружие не вовремя заклинило. Тихо, по мне сзади кто-то стреляет. Так, 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 я понял, нужно уворачиваться. Сзади тебя два чувака. Так, прям опа, под тобой, опа, под тобой. Я вижу еще одного веселенького. Уворачивайся, Кирюха. Все, 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 я ушел от маневра. Перегрузочка, перегрузочка, иди сюда, моя ласточка. Давай, просто попадание. Его. Ну, у меня кончается. Ой, а за мной кто-то летит, лол. Так, так, да, так, так, за так. За тобой много самолетов. Да стой ты на месте! Чего происходит? У него Алекс бог, это реально какой-то боженька. Вот ты посмотри, как он дебожит. Давай! Да стрельни, у меня оружие клинит. Ну серьезно, подбей его уже, что ты прикалываешься? Давай, 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 все, ну все, все, оружие, оружие, давай, расклините оружие! Ну пожалуйста, я так красиво лечу, ну не! Да я стреляю, я продолжаю, у меня не стреляет, все. Нету бомб, ничего нету, крылья расправляйтесь, лети. О, мы закончили за самолеты, это было мега эпично, вот за это просто лайк со всех аккаунтов. И чё, ты готов, Лёха? И чё, я готов, Кирюха? Я готов тоже. Давай, погнали, в бой нажимай. Какую в точку бой будем захватывать? Я предлагаю, давай, а сейчас посмотрим, какой мы будем ближе всего. Я ближе всего к С. Ты, кстати, тоже рядом. Поехали идеально вот на С. Идеально. Поехали, смотри, мы ближе. Здесь идеально подходит моя маскировка. Да, моя не под... Слушай, у нас с тобой разные получились эти серии. В моей серии я не подхожу своей, в своей серии ты не подходишь. Да ё-май. Обрати внимание, как здесь классно снег продавливается. Да, мне тоже нравится. Не то, что, знаешь, снег. Тут вообще, в принципе, текстуры так очень красиво приятные, прокладываются. Приятные. Да, 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 да. Опа! Попал прям. Опа! На! Кирюх, так, у так, меня да, проблемы. Да, да. Что у тебя? На! Я не могу забор сломать. Я застрял так за забором. Ёлочка моё, спасень. Да я ему уже все прострелил. Да ты нормальный, нет, танкусик. Танкусик как... На! Да я тебе... Мне кажется, я... Передо мной тачка взорвалась в сантиметре вообще. Да цель не была повреждена, щечка. Я когда-нибудь тебя уничтожу, нет? Давай, давай, давай. Барбач, я вижу тебя. Да, тихо, да, да. Тихо, тихо. Я по одной цели стреляю. Я ему макушку только сбиваю, ему смысла нет, там ничего не повреждаю. Ему надо прям в середину хренакать. Я до него не дотягиваюсь, он по мне мочит. Мои патроны попал? Ему как нет, слону, не знаю, дробина какая-нибудь. Нифига. Слону-дробина? Слону-дробина. Слон-то от дробины-то полетит. Ну, знаешь, мне просто кажется, слон больше мышку боится, чем дробину. Я пытаюсь всегда находить философию в твоих словах, потому что Барбач всегда говорит с какой-то глубокой философией. Моя глубокая философия кончилась, меня убили. Я выбираю тяжелую артиллерию. Откуда тебя убили? Меня убили рядом с церковью. Я могу танковать, я же танк. Ой, у нас тут чувачок недалеко от нас. Так, ща. Где-то примерно на соточку от тебя в кустах. Стоит. Да ладно! Стоит, а ты думал, кельтик. Я не вижу. Да. Выезжай. Выезжай, Бумсик. Так, я аккуратно сматываюсь. А куда ты смотришь-то? Алло. А че. Погоди! Мужик! Ответь! Я был уничтожен, мексикан! А, они сзади вообще заехали! Ты посмотри на них, а! Я попытаюсь сейчас заспавнить самолет и повторить свой трюк. Давай, попробуй. Возможно, у тебя получится. Нет, все, меня взорвали. Взрыв боекомплекта? А как он по мне так попал, как снайпер? Чё? Тут надо, да, стрелять именно боекомплект. Вот он, мексиканский. Чувак, да давай, езжай быстрее, танчик. Он через всю карту меня прострелил. Вот так, сука, я должен отомстить. Это моя месть, не лезь сюда! Это моя месть! На! Знаешь, как он застилил фраг? Он просто встал передо мной и не дал мне выстрелить. Это нечестно!
Чувак, точка С, я его точка повредил. С сзади. Все, Кирюха. Хорошо, едем, 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 брат, едем. Последний танк, последняя жизнь. Брат, самое нужное. Держись, брат, я еду. Посмотри, мы больше, чем в половину раз выигрываем эту игру. Ну, не то, красную что мы, тиму. Наша команда, да. Так. О, я могу бомбардировку заказать на точку Б. Да, nice. Давай, 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 давай. Вроде бы получилось. Так, камон, давай, ну, идь. Давай. Чувак, я самолет заспавнил. Красава, ура! Красава. А у них, кстати, танков-то почти не осталось. У них все. Так, всё. Дружище, я на точку Б лечу. О! Давай, смотрю. О! Здесь другой самолет уже. Он по тебе, кстати, стреляет. Да, 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 да. Я вижу, я вижу. Как же ты не вовремя-то. Так, я захватываю Б. Ай-яй-яй-яй. Я захватываю Бшечку. Ой, огонь артиллерии. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да. Так. Все, мы почти захватили Б. Ой, 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 артиллерия летит сюда. Нет, нет, нет. Все, зона захвачена. Хорошо. Ачивки дают просто по КД, там несокрушимые, еще всякие разные. Я предлагаю это отправиться на точку С. О, могу опять замутить воздушное сражение. Я тоже могу, кстати. Давай, 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 давай. Воздушное нажимайся. Сражение начнется через 3 секунды. Да, да, да. Сейчас вдвоем. Две, одна, как отлично. Добрые. Все, погнали. Как полчаса назад. Ой, вот это что у меня за самолет такой? Так. Кирюх, точку С, видишь? Средний да, танк вижу, написано. Вижу, вижу, вижу. Его подбиваем. Лечу. А, подожди, С, С же надо. Во, средний да, 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 танк. Цешечка. О, по нам там кто-то с земли стреляет, пытается попасть. Готов? Да, да, стреляем да. По нему. Я попадание уже делаю по нему. Я прям в камень разбился. Я рядом с тобой в 3 сантиметрах. Нормально. Ну слушай, ну мы знаем, куда лететь. Ну посмотри на очки. Мы просто сейчас выиграем уже. Помощь в уничтожении, прикинь. Получилось? Но все-таки, типа, мы его убили, получается. Ну, это знаешь, как нам дали ассиста. Да. Так, так, так. Поехали на С. Нам осталось только С захватить. А и Б уже на... Нет, в наших руках. Меня... Я просто выезжаю, ура! И чувак... Чувак просто, сука, кемпер ссаный, просто сидел и убил меня. Красава. Че могу сказать? Лайк за такое кемперу. Итак, у нас третий вид транспорта, это флот. Так, ну что, морячки, горнички, шахтерики, бахтерики. Свистать в бой. Всех наверх! Ей, свистать всех наверх! Пустой голове руку не прикладывают, а у меня фуражечка. Фуражечка, блин, шапка у меня на голове. Так, о, Доритос позы писос, хотелось сказать, а ты позы брос. Так, вот, смотри. Ты чё обзываешься? Тральщик. Чё за писос? Смотри, не понял. Не-не-не. Поритос. Это мексиканское название. Так, смотри. Слушай, стреляем. Я лучше справа их объеду. Смотри. Аккуратненько. Сейчас, смотри, вот так. Они вот. По мне все стреляют, я лучше справа объеду. Птичка поехала, полетела. Давай. Все, все, я понял, я понял. Не надо было туда идти, не надо было. Не надо было. Я торпедой обошел. Короче, я просто торпеду запустил куча. Думаю, я все это время хотел запустить торпеду, а я, сука, думаю, что она не запускается, а я не ту клавишу нажимал. Думаю, ну ё-моё. Ну все, у меня есть второй шанс показать себя. Сейчас буду плавать на самой быстрой своей лодочке. Смотри, похоже на подлодку, да? Она реально похожа на подлодку. Только она супер быстрая. Ну, у тебя две торпедики есть, кстати. Че, давай, давай беспалевно пройдем. Смок на мид. Давай, давай, давай. Давай, я тоже засмакую. Оп! Засмаковал. Я по твоему смоку иду. Не вижу ни хрена. Куда едем? Давай Б захватим. Ай-яй-яй-яй-яй, я врезался. Да я сейчас тоже врежусь, да? Хватит! Не, не врезался. Где вражеские кораблики? А, вижу вражеские кораблики! Тяжело, кстати, управлять флотом, потому что непонятно, как они... Да не туда, так, ты поворачивай. Да что ты делаешь? Я тоже выпустил торпеду. Давай, давай, назад, задний ход, задний ход, задний. Да давай вперед теперь, уже вперед. Давай самый полный вперед, который только можно. Вот, хорошо. Вот так. О, моя торпеда. Попадание, моя торпеда попала. Что, техника уничтожена вообще. Красава, как? Красава. А я, кстати, не попал по ходу торпеды, но было ты очень близко. Ты понимаешь, я просто на рандом стрелял. Просто на рандом. Так. Помощь! Помощь! Помогите! А, ладно, я умер. Все, у меня торпеды о, кончились. Нет? А, ладно, да. Все, мне тоже конец.
Потопили меня, потопили. Давай, 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 давай. Я на самолетике вылетаю. Я сейчас уничтожу эту лодочку. Давай, ну почти. Я целый рожок выстрелил. Кирюха, нужно воздушное подкрепление. А я могу тоже там воздушным подкреплением, кстати, подкрепить немножечко. Так. Опачки. Так, давай вот эти пули возьмем. Ты на самолетике? Не-не-не-не-не-не-не, я разрушаю тут. Давай, давай, меняй патроны, ёпарасоте! Ну да. Чинимся. Странно, что я тебя не вижу на карте. Я плыву. Я в точке А. Ну, максимально близко к точке А. Давай, ладно, давай, 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 пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я быстрее. Да, все, уничтожил, отлично. О, я прям в жопу им зашел! Сзади руля! Я тебя вижу с воздуха, все, тебе конец, чувак. Я уничтожил, прикинь. Уничтожил. Не меня уничтожили. Ну, Кирилл, блин. Я за тебя отомщу. Тебя убил Морозов, да? Да. Моя ошибка была то, что я просто вылетаю из айсберга, и там просто чужая команда стоит и никого не видит. Я пока могу посмотреть на часы на своей руке, которых нету, пока я долечу до места, куда надо долететь. 7 километров, вы шутите, что ли? Че так далеко? Так. Идите мне сюда. Мне нужно 1300 очков боя. Да, изи, сейчас наберем. Думаю, наберем. Так, ладно, я на лодочке. Прикрывай меня, Кирюха. Будем вдвоем работать. Хорошо, давай. Морской охотник позе. Акулья охота. Она уже здесь. Сейчас попробую пролететь рядом с тобой. Давай. Давай. Вот впереди меня есть, чувак. Да. Мочи его. Тральщик вижу, да? Да. Так. А мои пули не долетают, мне кажется. Стоп. В чем прикол? Так, иди сюда, тролляльщик. У вас кончились патроны. Кирюха! Позе, я лечу! Охренеть, как их много здесь! Всё, мне кранты, я сорвался. Мне тоже кранты, меня убили. Меня убили. Да, я увидел, как ты полетел вниз. Так. А у меня еще третья лодка есть. Давай, на лодочке, я за тобой слежу. Давай, лодочка. Вот это самая моя непрактичная лодочка. Да самая непрокаченная. Так. Оп! Кирюха, держу за первая тебя кубак. Торпедочка пошла. Да не, я уже сглупил. Я уже сразу вышел к... Подожди, торпеда летит. Если эта торпеда сейчас убьет. Я смотрю просто на киллы. Давай, она летит. Вон она вот где 1.46, 1.45, так вон я слева. Я не вижу. Не, просто я ее вижу. Давай, пожалуйста, убей. Нет, она пролетела мимо, походу. Да, она пролетела мимо. Ну, я вижу, что ты уже репанулся, поэтому давай в ангарчик. Да, возвращаемся в ангарчик. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам понравился такой угарный ролик с Пози. Если да, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на все наши каналчики. Все нужные для вас ссылочки находятся в описании. Даже та ссылочка, где находятся бонусы. В описании. Все для вас есть. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосики. Новогоднего вам всем настроения и классного, хорошего, удачного дня. Всем удачи и всем пока, братья. Всем адьос. Пока.